например, взяли просто тупо эти 8 лет нарезали, а потом еще после этих 8 лет давать мне 3 года. Потом приезжает Манфред Новак из комитета ООН, да, комиссар. Они меня вообще спрятали, короче. Шапку надевали, там, задыхался, сознание тебя избивали, там, на снег кидали, пинали, там. И коляску могли, выкиньте, он им больше не пригодится, говорит, расстреляем-ка. Угрожать моей семье, там, твою мать изнасилуем, там, братишку твоего убьем. Привет, друзья! Это Жаслан Кирей, проект «Заравный доступ».